Слушай, а ты читал эти новые правила Твича вообще? Я читал новые правила Твича, охуенные. Угу. Ты в курсе, что ты теперь не можешь с 22 там, января или когда говорить кому-то, что он там тупи, пиздец туп? Ну ты понял. То есть если ты как-то пытаешься контраргументировать там что-то, да, какую-то околесицу, и скажешь, что кто-то там глупый, а я, ну, в несколько жесткой форме, то тебе можно бан за это словить. Ну да. Ну да. Ты не можешь ко мне зайти и сказать: Арти, я хочу тебя, потому что я это расцениваю как домогательство и просто тебя бан отправлять, понимаешь? Такие дела, такие дела, да. Вот так вот у нас Новый год, так Новый год и встретим, собственно, с новыми правилами. Да, да. Ну, надо готовиться к банам, к временным и, может, постоянным переходам на другие платформы и так далее. Да, мне больше интересно, как Twitch будет банить, собственно. Будет ли он разрывать партнерское соглашение с тобой? Скорее всего, нет. Просто будет тебя банами кормить. Ну, я и говорю, то есть временным и постоянным, да. А что по поводу выборов? У нас тут в России Байден как-то не особо... Ну, Байден президент. Нет, ну а ты как себя ощущаешь? Ну, как я ощущаю, что Байден президент. Я еще ощущаю, что YouTube официально сделали заявление, что будут банить каналы, которые говорят, что выборы были сфальсифицированы. Поэтому фальсификации не было никаких. Байден президент. Все, как бы. То есть ты даже не можешь какую-то аналитику дать на дальнейшее? Я не могу, да. В январе Конгресс будет утверждать, как бы, и все. А если банят, то деньги за сабы выплачивают? Смотря что именно ты имеешь в виду. Когда разрывают контракт, тебе выплачивают все твои деньги. Ну, это на Твиче. На Ютубе не так. На Ютубе... А Твич что-то еще выплачивает? Ну, в смысле... Ну, там разве какая-то выплата есть, какая-то компенсация? Нет, компенсации нет. Я имею в виду твои, блядь, деньги из подписок. А, этот. Ну да, ну YouTube нихуя не выплачивает. Они просто забирают твои деньги нахуй, если что, если ты как бы не в курсе был. Если у тебя AdSense как бы прикручен к YouTube, да, например, у тебя в AdSense 4000, блядь, долларов, вот, и тебя забанили, ну у тебя замороженный AdSense. То есть он, у тебя эти деньги лежат на замороженном AdSense нахуй. И ты хуй, блядь, их получишь. Вот. Ну, это... А разбан твой зависит хуй пойми от чего на Ютубе, как правило. Ну, от апелляции какой-то, которую ты там подашь, они рассмотрят, ну, вот, если нет. Ну, да. Да в свое время Ютуб так же говнился, я помню. Блядь, ничего удивительного. То есть, когда эта вся ебатория началась, когда Ютуб под Гуглом стал, там все, как с первого дня уже началось. И с дизайном это, и с вот этими вот всякими моментами по банам канала. Я вообще Ютуб не очень люблю в этом плане. Смотреть, да, может, приятно, но вот как контент-мейкером быть на Ютубе, это вообще зашкварное дело такое. Да. Я, в принципе, тут поддерживаю депутата от партии ЛДПР. Призывом ограничить российское население от Ютуба. Я полностью поддерживаю. Да, топич. Так, Алистер Кроули, 616 рублей. Мальчики, а вы вдвоем хотите сидеть, пока еще Марго может сказать Арти, что любит его, и не словить бан? Может, вам третий нужен? Это я не про себя, если что. Спасибо за 616 рублей. Спасибо. Ну, задайте это вопрос. Можно расценивать как домогательство. Вот да, если так в этом и шутка, просто да? Она уже была, как бы, понимаешь, в чем дело. Ну да, Кроули да. Кроули поздно да. пришел. Нет, вообще, в принципе, если один человек засылает тебе много донатов с каким-то уважением к тебе, да, то это можно расценивать как домогательство через... Можно, как там в правилах написано. Это можно, это правда, что можно, но ты как бы хуй что с этим сделаешь, потому что как ты его забанишь-то, донатера? Как это работает? Там аккаунтов нету нихуя, там банить нечего. Так что расценивать как харассмент можно, но у тебя рычагов нет никаких. Ну, это вообще там отдельно даже выведена такая графа, где есть с целью там кого-то подкупить, купить. То есть, типа, знаешь, он тебя покупает. Типа, там. Да. Токены, вся хуйня. Ну да, да, токены.
На самом деле, мне кажется, что в какой-то момент BungoCamps взорвет, и все стримеры туда перейдут. Причем они сделают лояльность какую-то, да, то есть можно будет создать аккаунт, даже не будучи какой-то моделью, там, да, ты просто можешь обычным челиком зарегистрироваться. Там же на BungoCamps сидят обычные даже девчонки, они просто болтают с чатом, и все, они не показывают там готы или еще что-то, они просто болтают с чатом. И все. Им там донатят, короче, какой-то, я помню, шейх зашел, говорит, мне, пожалуйста, your pussy, орай, дестрой ее, да, она говорит, да хуй соси, я тут не раздеваюсь. Ничего себе такой, вот это да. Так что... сидишь с вибратором, который реагирует на донаты. Так я говорю, что разницы нету между Твичом и BungoCamps'ом. Все одно и то же, нет разницы. Задавайте ваши вопросы, дамы и господа, спрашивайте, интересуйтесь. Думаешь, что я так подпрыгиваю? Потому что когда я слушаю качественный саунд, мне хоть какие-то донаты прилетают, поэтому я и прыгаю. Знаешь, какое удовольствие. Так. Так YouTube был под Гуглом с того момента, когда он стал быть популярным. 2 года только он был независим, и его, кстати, могли уже тогда закрыть за авторские права. Если бы не Google, мы бы сейчас сидели на Justin TV или RuTube. Ну, так, кстати, это тогда золотое время было. Во-первых, что мне больше всего взбесило, когда у меня был еще аккаунт на YouTube, я его там активно вел, меня взбесило, когда просто... отказали в оформлении, в какой-то индивидуальности. То есть раньше было действительно оформление, которое можно было сделать красиво, и канал выглядел как-то, ну, вызывающе, да, твое собственное «я» отображалось. Mm-hmm. А сейчас, ну, не знаю, помойка. Это ты про YouTube, да? Да, да, про YouTube. А, есть такое, помню, канал «Анти Абдулов» назывался был. Там было оформление, да, было дело, да. Да. Мне даже интересно, что бы было, если бы сейчас это все появилось в данный момент. Прикинь, сколько персонажей. Ефремов, Соколов, просто, блядь. Да. Это... ну, сейчас бы всех забанили в пизду просто, и все. Сейчас просто, да, ну, интернет так. Не тот уже невозможно, нихуя. Да, интернет совсем прям плохим стал. На Ютубе реально пиздец. Я недавно заливал видос, где чувак просто плачет под кого-то. Мне просто нахуй удалили по каким-то там правилам. Под пророка Санбоя. Да. Пукает, пердит, плачет. Да, бывает такое, случается. Да, да. Пока все платежки идут через визу и мастер-карт, контент-мейкеры за яйца подвешены. Не знаю, чувак, у меня таких инсайдов нет, но часть инициативы по цензуре идет действительно из визы и мастер-карта. Чего? Минуточку, еще раз. Ну, смотри, цепь такая. То есть вот Patreon банят людей за неправильные взгляды. Почему Patreon так делает? Привожу пример. Есть конкурирующая с Патреоном фирма россиянская, называется Subscribestar. Значит, то же самое. Подписки, всякое такое. Вот они не банили тех людей, которых банил Patreon. Собственно, ими и напомнился Subscribestar. Что произошло? А Subscribestar отказался PayPal. PayPal сказал, мы не будем с вами работать. Значит, началось разбирательство. Человек из PayPal сказал, что, ну, вообще политика на самом деле не столько наша, сколько визы и мастер-карда. Точнее, в случае с PayPal. Сейчас скажу. Мастер-кард. Вот, значит, то есть это политика не PayPal, это политика мастер-кард. Ну, как бы... такая цепочка, короче. Ну, короче, надо было изначально, в принципе, заключать договор с каким-нибудь Альфа-банком, где там Моргенштерн, ну, они же все себе позволяют, они бы и это одобрили, я уверен. Все, как бы взяли под свое крыло, работали. Да? Ну, за музыку, да, сейчас притесняют. Ну, есть такое. Ну, на Твиче вот эта вот хуйня, есть саундтрек by Twitch. Она, в принципе, ну, не то чтобы бесперебойная, блядь. Там бывают просёры,
когда ты все-таки получаешь клейм за трючок. Но, тем не менее, если сравнивать с тем, что было, то, блядь, ну здесь, по крайней мере, уровень музыки гораздо пизже. Здесь хотя бы есть музыка, которую я бы и так стал слушать. А не только потому, что... То есть, там остров в океане или что-то? Ну, типа нет, но тут я только одну станцию слушаю в саундтрек By Twitch, на которой металл. Вот. И на ней есть, в принципе, группы, которые я и так слушаю. То есть, которые просто тупо уже и были у меня в плейлисте. Вот. То есть, это заебись. Наверное, на других станциях там так же. А я только сегодня Аббу хотел поставить, слава богу, не стал. Аббу не надо, не надо. Вряд ли она будет в саундтрек By Twitch. Вот. Я так понимаю, что Twitch, он как бы выбивает права на некоторые альбомы некоторых артистов, исходя из того, что саундтрек By Twitch работает как радио, то есть там нельзя выбрать трек самому. И поскольку надо создать... Со свое радио, саундтрек by Grinch, и как бы. Ну, кстати, все, было бы интересно. Саундтрек by Arsenal Grinch, прикинь. Кого ты вспомнил-то? Я тоже сегодня его вспоминал на стриме. Вот не задача. Вспоминаю, я вспомнил, потому что Grinch на своем канале, как ты помнишь, помимо этих пранков КСС, он. Короче, это, выкладывал рецепты всякой там. Было дело, да. Вот. Он выложил рецепт жареных пельменей. Было дело. Я готовил по его рецепту, а потом траванулся и узнал, что, оказывается, надо, ну, при жарке пельменей еще их проварить, потому что мясо абсолютно там с ним ничего не происходит, он тут нагревается и все, как бы, да. И есть большой шанс травануться. Ну, смотря какое мясо, опять же, в пельменях, но если хорошее, то там прям надо их еще и проварить. Вот. Я за это Гринча ненавижу. Пишут, да никто не в курсе, кто это. Ну, ты спалился, что тебе, блядь, меньше 20 лет, чувак. Не можешь говорить, ты тупой. Я напоминаю, не можешь. Все. Вообще интересно будет посмотреть в 2021 году на всю эту волну банов. То есть даже просто ради интереса. Ну, я хочу посмотреть на людей, как бы, которые там типа маргинал, ты ебанутый, блядь, ничего не будет. Ну, как в прошлый раз, короче. Нужно отметить, что в целом нет каких-либо технических трудностей, чтобы изъять нерукопожатный ресурс из выдачи в Гугле. То есть проблема вообще во всем, а не только в платежных системах. Ну да, есть такое. Я когда узнал, что в Киберпанке есть авторские права на треки, их нельзя слушать на Твиче, то был шокирован. Да там, понимаешь, в чем дело? Наступит 21-й год, и в правилах Твича есть очень много пунктов, по которым Киберпанк не проходит ну никак. То есть ну никак. И я вот не знаю, как с этим... Не, ну там для игр исключение же как бы. А, для игр исключение. То есть, прикинь, вот я вне этой игры я делаю все то же самое, получаю бан, а в игре это можно. Ну, в игре как бы да. Ну, так момент. И иначе бы GTA 5 невозможно было бы, бля, проходить на Твиче, чувак. Ориентируйся на GTA 5 в плане игр. То есть, ну, типа, там столько нахуй слов охуительных, которые вообще никак нельзя нахуй произнести именно стримеру. Вне зависимости от его цвета нахуй кожи. Вот, как бы, да, но тем не менее. Так что не, нормально. Нормально. С Киберпанком ничего не станет. Даже при том, что... Ты знаешь, что Мэдисон Киберпанк прошел, забивая всех насмерть дилдой, блядь. Там, короче, он, типа, в какой-то момент раздобыл дилду. И просто хуярил всех дилдой. И как бы все, вся игра. Ебать, ты прикинь, ты пролагнул на слове дилду, и я что-то аж испугался. Дилду. Да, я просто сходил на семинар по управлению временем. Нет, да у тебя было примерно как Чип и Дейл, то есть резко оборвалось там. Чип и Дейл, да? То есть у тебя дилдо. Дилдо. Дилдо Рэмми. Иногда за некоторые неодобрительные действия в играх давали бан. Вот это вообще тоже отдельная история. Двойная политика.
В киберпанке можно хуй себе настроить, но это ни на что не влияет. Да, ну я поэтому и говорю, что они будут... А там надо не патчи, там надо DLC гигантские, блять, релизить. Как бы на самом деле в эту игру просто. Вот, Маргинал, вот мы станем стариками, но ты-то пофиг, ты в США, да? А вот мы в России, значит, уже будем стариками возле телевизора, а там будет депутат от фракции ЛДПР, который, знаешь, там, ох, какие времена были, вот, депутат Дилды избивал, блядь, киберпанки там. Нормально. Я просто смотрю, как меня бабушка там смотрит на всех этих депутатов. Жириновский, да тьфу на тебя, шутка. Да не, нормально, нормально. Да, это еще нормально, да. Да, это еще нормально. Когда стрим с Огни и Огонек? Она живая еще? Она, не знаю, наверное. Сгорела, наверное. Не знаю, что с ней вообще. Ну, она... Мне, понимаете, Огни и Огонек мне никогда не нравилась. У нее абсолютно омерзительный голос. Мне, и мы, как бы, я никак, нисколько не хочу принизить, но мне не нравился ее голос. Ну, просто неприятен был для ушей. Да, смешнее было бы, конечно, если бы ты сказал «потухло». Потухло, да. Да. Спалилась, пишет. Охуенно. Тут пишут, скололось, но... Да, в тему, пиздец. Да. Я вот, мне интересно, ладно, хрен с ним, с Огни и Огонек, что там со Штрошеров? Это вечный вопрос. Ну, два популярных вопроса, что там в Украине. Она оффлайн просто, как бы, и все. А, оффлайн она? Ну, все, как бы. Все? Ну, вообще, в принципе, по жизни оффлайн, да? Ну, окей. И жестикуляция у нее отвратительная. Ты про кого? Про Штрошера или про Огни и Огонек? Нефёдов в деревню переехал и детей нарожал. Бля, я сначала подумал, что Нефёдов, блядь, переехал детей, блядь, и в деревню нарожал. Прочитал неправильно. Не знаю, Нефёдов у меня в памяти запомнился на День Победы, когда он ходил и доебывался до всех со школьниками. Только так я его и помню. Бля, будет вот сегодня, вчера жопа сгорела, так хотел Сармата в записи глянуть. Ну, блять, как бы не надо ожидать всегда, что будет запись, блять. Особенно теперь, нахуй. Я, скорее всего, каждую буду удалять, блять, теперь на всякий случай. Ну да. Я говорил, что авторское право... не необходимо. Вся речь была про то, что авторское право лепит на любой пердеж. Ну а что ж поделаешь? Знаешь, в конце концов, каждый пук — это что-то индивидуальное, в конце концов. Это ж не чья-то чужая жопа издала этот звук, правильно? А это новый трек. Вот. Кстати, Слава КПСС недавно Штрошера в треке упоминал. Нормально, да. Ну, он, как всегда, держит руку на пульсе, да. Нет, если бы он на пульсе держал, то он бы на Зырковске держал. Как Путин сейчас смеялся. Сложно. Да. Пердёж за 10 лямов. Ну вот, прикинь, в наше время это продается. Да, то у людей жопа горит, что типа кто-то зарабатывает деньги не в шахте, что ли, типа, это, блядь, все еще как бы такое происходит в интернете. Охуенно. Охуенно. Ну, да, много, ну, многих не посмотрите, посмотрите, сколько стоила покупка ТикТока по сравнению с покупкой Boston Dynamics или как-то хуйня с роботами называется. И всосите, блядь. Сейчас вот надо было вот просто новогоднее настроение, я только елочку показываю по камере, и ты мне вот про этот ТикТок. Кстати, а ты в ТикТоке-то есть или нет? Меня в ТикТоке нет, но это конфа, который Александр ведет как бы ТикТок имени Убермаргинала, туда заливает там анекдот про яблоко и так далее. А, короче, понятно, ты решил такое, если тебя спросят, да я чуть... Ты что, я долбоёб, что ли? То есть у меня, как бы, мы просто эту тактику придумали еще, когда у нас собирались запретить нахуй ТикТок в США.
Вот, но потом его не запретили, я решил, какая хуй разница. Буду говорить, что у меня его нет. Просто, ну, кто-то ведет от моего имени. Посмотрим, может, еще от моего имени рекламу продать получится нормально. Короче, ты решил, как этот настоящий бизнесмен через ИПшников, да? Ну, типа того, да. Понятно. Ой, начинаются сразу на говно там исходить. Да бросьте вы, господи, какая разница. Вот мне нравится, когда ты берешь, говоришь, что, значит, вы что, еще живете в то время, когда там шахтеры и так далее, в шахту надо идти работать. Тебе сразу говорят, ты чё, а ты, блядь, вообще там такой сякой, и чё ты там, где ты там сидишь, как Озон говорит, ну чё ты там в комнате уберись, нахуй, чё ты сидишь. Я жизнь прохавал, блядь. Блять, иди нахуй на лестнице катался, туда сюда книжки расставил, блядь, ты что в своей жизни сделал, блядь? Ну я как бы донатом такой я получил. Блядь, книжки на пол. Ну поздравляю тебя, молодец, блядь. Что сказать? Че не приходят говноигры мобильные на YouTube канал с рекламой? Ну потому что я как бы не очень хочу рекламировать какой-то конченый кал. Да. И понимаешь, в чем дело? Чтобы я мог рекламировать Raid Shadow Legends, мне надо сначала ее чекнуть. Что, по-моему, да это... ладно тебе конченый кал. По-моему, да это какое-то тебе сраное прикрытие просто для этой лотереи какой-то ебаной. Спасибо за подписку. There are no such words. 2 месяца, спасибо, подряд. Там это дают 200 кристаллов бесплатно, 5 золота, охуенно. 5 дерева, да, 5 самотыгов. Да ладно, блин, знаешь, уж лучше, по-моему, рейд там Shadow Legends рекламировать, чем какую-нибудь реально открытую наебаловку. Не, ну это лучше, конечно, но мне просто надо определить, насколько. А, насколько? Потому что, ну типа, смотри, понятное дело, что, ну вот, например, в CSGO есть, конечно, лутбоксы, да? Ну это, блядь, не то же самое, что рекламировать, ну, букмекерскую контору просто, нахуй, или еще какое-нибудь онлайн-казино какое-нибудь. Потому что в CSGO есть, блядь, CSGO, нахуй, там пострелять можно, побегать, не пользуясь лутбоксами. Также то же самое это в, на GTA RP серверах зачастую бывает казино внутри игровое. То есть ты своим этим микрочеликом приходишь в казино и играешь. Но, блядь, там помимо, это... там помимо казино целый это... сервак контента, нахуй. Ты можешь не ходить ни разу так в это казино. Так это нелогично. Понятное дело, что КС там какой-нибудь, я не знаю, Габен не запросит рекламу какого-то стримера на рекламу. Не, я понимаю, но это третье, это дело десятое. Я про то, как что лучше, что хуже. То есть, как бы, вот бывают игры, в которых... в которой можно играть, не пользуясь ни лутбоксами, ни казинами, никакой хуйней. Можно, то есть в игре игра есть. Бывают игры, в которых нет игры. То есть и вся эта хуйня, это как бы предлог для лутбокса просто. То есть мне просто надо определить, что это не такая игра, чтобы я мог ее рекламировать. Спасибо за подарочную подписку, Кочек. Спасибо. Ну да. Это сейчас, кстати, вот эти микротранзакции, они вообще повсеместно используются. То есть я тут просто пробовал на планшете запускать всякие там асфальт, так, ну, посмотреть, что вообще там по технологиям нынче на карманных устройствах. Я просто скатал 3 гонки, на 4-ю гонку все противники резко меня обогнали нахер и просто унизили. И мне игра говорит, слушай, они тебя унизили, парень, ты не хочешь закинуть там 799 рублей, чтобы выебать их? Я говорю, да не очень. Ну тогда хуй соси, смотри рекламу, блядь, 30 секунд. Я такой, нормально, нормально, спасибо, спасибо. Не, ну их тоже понять можно, как бы разработчикам надо жить, надо вкусно кушать, да, и они идут на такие меры. В конце концов. Машинка класс, она ему больше не понадобится, да? Кстати, в Киберпанке нету микротранзакций, заметили, узнали? Да это просто на PS4 играешь, ты не увидел там, блядь. Ты присмотрись, очки одень. Увидишь, там есть. Спасибо, Кочек, за подарочную подписку. Спасибо.
То есть влияют ли лутбоксы в игре на соревновательный потенциал игрока? Ну, это важно, но важно, насколько они влияют. То есть, если чуть-чуть, то, в принципе, похуй. Да. Если это такая вспомогательная вещь, в принципе, не мейновая, не основная, да, то есть ты можешь спокойно игру пройти без этих микротранзакций, то окей. Ну, пройти, вот. Ну, если нагибать, по крайней мере. Ну да, если ты хочешь чуть-чуть лучше это делать, чем обычно там, да, делать, ну, можно чуть-чуть доплатить. Потому что, когда как тебе... Team Fortress 2, ну, 7 лет назад, когда я заходил в последний раз, там, типа, можно было оружие собирать, в принципе, из металлолома, а металлолом, в принципе, можно было, ну, выиграть, а можно было, блядь, получать за реальные деньги. Но... Металлолом выиграть, это, типа, поле чудес, что ли? Да. Сектор металлолом на барабане, нахуй. Да. Тень чудес, блядь. Да, вы выиграли автомобиль, нахуй. Спасибо, Кочек, за подарочную подписку. Спасибо. Да, нихуя там пушки падают, а не металлолом тоже падал. Там падают, там пушки можно переработать в металлолом и так далее. Ну-ка, да Лукаш перегорел, судя по всему, он над игрой потел один хуй в тучу лет. Неудивительно, что он забил на нее и оставил самим игрокам доработку. Лукаш это Лукашенко, что ли, блядь, это типа такая ирония? Ты имеешь в виду, что Лукаш это огни огонек, блядь? В смысле перегорел, блядь? Сори, Арти, это я на нейм игре почти. А, ну окей, хорошо, да. Но нейм игра Лукашенко, да, я согласен. Совсем никто не знает. Лукашенко еще и козер. Да. На все руки. Блядь, прописывал игру, автомат себе прописал, а обойму... Забыл, блядь, баг в игре. А чё эпилептики на моем стриме не умрут? У меня чё, ёлка слишком сильно светит? Ну извините, окей, сейчас я не, загоражу. Отец. Это стрим был с Владом и Лусинэ Минасян. Его Лусинэ спрашивает, у тебя... А я глянул. Ёлка за спиной? Говорит. Не, отец. Я такая... Ха, светится. Диалоги Тарантино. Блять. Как я жалею, что в омерзительной восьмерке такого не было. Ну, слушай, было бы хорошо. Может было, эта хуйня 4 часа идет, как бы, откуда ты знаешь? Но я видел эту женщину, она вообще откуда? Нет, ну просто как она оказалась? А, Каргин привел. А, изначально. Понятно. Классическая. Но она... Адекватная, да? Все с ней в порядке? Ну, вроде бы, как бы... Что значит адекватная в нашем, блядь, случае, чувак? Ну, блядь, чего ты... Ну, я не знаю, блядь, светит. Ну, я тоже не знаю, блядь, чувак. Это светит, лампу убери, блядь. То есть, ну, что это за светит? Ну, это же адекватный, да, диалог? Не, ну, там она пьяная была. Ну, с другой стороны, это диалог с Владом был. То есть, ну, тут типа, блядь, чувак, что значит адекватная в нашем, блядь, в нашем контексте? У нас Влад в конфе, блядь. Типа, Влад, Сакрамар, Чибисов, нахуй. Ну ты, блядь, серьезно, нахуй, спрашиваешь, адекватный кто-то или нет? Не знаю. Имеют ли правила Ютуба обратную силу? Могут ли тебя... Не знаю, это типа, ну, фиат. Для типа. То есть, как они решат, так и будет. Украинская адекватность. Ну, слушай, мне кажется, что Влад в какой-то степени может быть адекватным. Прям, даже очень иногда может быть адекватным. Хорошо, Марго, а ты вспоминаешь трусики Вассермана? Ну, постоянно. Это же, типа, пиздец, какой мем. А после вообще этого стрима Вассерман как-то писал, ух, ёпт, мои трусы на стриме. Ничего такого не было? Ну, чувак, Вассерман, он регулярно к журналистам выходит, блядь, в одних, нахуй, плавках просто. Типа, когда они к нему домой приходят. Он принципиально дома голый ходит. Так что нам еще повезло. Понятно. Это просто типа зрители, они не в курсе за странности Вассермана, потому что это как бы все мемы 2009 года, нахуй. Герой Рунета, всякое такое.
То есть это когда упячка и мемы про Манула были в ходу, блядь. Поэтому сейчас просто общественность не ебет, что там, блядь, Вассерман нахуй. Пропустил момент, когда Вассерман, собственно, был мемом, просто полностью голым таким мемом. Не, ну просто люди следили, в общем-то, что там у Вассермана, блядь, какая там, что он еще, блядь, высрет. Вот, а сейчас, как бы, всем похуй, никто не ебет такой Вассерман, никто просто не знает, кто это, по большей части. В юбке не ходят, не, да. Да, бля, Фомин. Фомин умер. Вспоминаю. Да, блядь, чё ж ты так сгоряча-то? Зачем? Ну, пару лет назад, точнее, в прошлом, это, блядь, не в прошлом. В прошлом, по-моему, году из окна выкинулся, нахуй. Да. Вот только интересно, символично он в юбке без трусов выкинулся или нет? Не, он голый выкинулся. Ой, извиняюсь, блядь, чуть я... Меня понесло. Да. Не, это Гризли, не так звали. Светится? Да, светится. Фомина довели до самоубийства, кстати. Ну а то, блядь, какой человек полностью голым будет выкидываться? Холодно же. Ну, по крайней мере, он не оставил 8 предсмертных нахуй записок, блядь, во рту, в ухе, заднице. Да. Не салфанулся на камеру, чтобы потом в интернет попало там. Да. То ли и сам в трусах перед вебкой был пару раз. Ничего, такие трусишки были. Да каждый стрим это происходит, а, в общем-то, ок, с подключением дяди. А это какой-то символизм? Зачем ты, блин? Ну, какой нахуй символизм, блядь? Я не знаю, зачем ты это делаешь? В штанах жарко сидеть, блядь, 6 часов подряд. Понятно. Я думал, там нечто глубокое. Тут... Ну, нечто. Марго, как ты относишься к кружевному белью? Мне, ну, как-то насрать, если честно. А как-то он это замнулся так-то. Как-то неуверенный ответ. Скорее всего, в кружевном сидит собака. Да, есть такое. Ну, кружишься иногда же на кресле. Оно наматывается, становится кружевным. Ну, не, кружевным. Его силой положили в дурку, там мучили. Когда его выпустили, он выпрыгнул из окна. Доведение до самоубийства в чистом виде. Но я бы сказал, не в чистом, а в голом виде. Охуенно, блядь. С 22 января уже так нельзя говорить. Уже нельзя. 22 января вероломно, без объявления, блядь, был забанен весь русскоязычный сегмент Твича. Нахуй. Да, самый охуенный профессор мозги — это Эвелон, конечно, который не дотянул и спизданул на стриме же слово, блядь, и улетел в бан, нахуй. Вот на неделю буквально. По старым правилам, да. То есть, причем пермач ловил, нахуй. Его пизданули. Ну, это разбанят. Ну, разбанят, но без партнерки уже. Его сняли. А что он сказал? Ну, уже слово он употребил. Еврей, блядь. Я понял. Окей. То есть жопа? Пошёл нахуй, блядь. Не, ну ладно. Осуждаю, блядь. Осуждаю, отец. Асу, отец, блядь, осуждаю, нахуй. Да, он просто решил пропиарить старый канал Никиты Каджита, да, есть такое, охуенно, да. Старый аккаунт в Skype. Да, пропиарился человек. Не сработало. А скажи-ка мне, жатец. Жатецкий гусь?
Да, жапецкий гусь. Да. Не, ну на самом деле интересно, что будет с это самое, с женщиной. Ну, с женщинами. То есть, как это все будет происходить. Потому что многие стримеры любят рейдить и любят там заходить к каким-то симпатягам и писать всякое там. Сейчас-то это нельзя делать уже. Да. Сейчас даже, наверное, кстати, когда они собираются все компашками и будут как-то подкатывать, Twitch это расценит как домогательство. Может быть, да. А, кстати, в чем разница между несчастным случаем на стриме и без стрима? Че, блядь? А, кстати, в чем разница между несчастным случаем? Я расслышал все. По-моему, вопрос, блядь, идиотский. Пишет, Эвелон Каджито знал. Да, чувак, шутка именно в этом. Это, типа, знаешь, такой запоздалый выстрел, блядь. Типа, пришел на дуэль, а там, нахуй, уже все закончилось, он выстреливает в пустоту. Несчастный случай, это группа такая. Да, слушай, действительно. Вот этот я начал жизнь в трущобах городских. Да. Ну, после случая с Панини, это имеется в виду, когда ногой в жопу он засунул или что? Да, да, и бутерброд из нее сделал, блядь, вот этот горячий. Ну да. Поэтому и Панини, собственно. Будут банить за деятельность не стримов. Я сегодня говорил про это, да. Уже давно банят. Блядь, как вы заебали, серьезно. Уже 2 года банят за деятельность вне стримов. Можете себе представить? Да ладно, вообще такого не встречал. А тебя банили за то, что ты вне стрима? Меня нет, то есть там реально хуйню надо как бы полную творить, чтобы забанили вне стрима. Но это уже 2 года так. Просто ориентируйтесь не на, как бы, блядь, статьи в онлайн-журналах, блядь, а на вот страницу в Твиче с правилами, что там написано. Когда ты как Папа Римский ногой приветствовал этот вещь, типа... Хуй знает, потому что онлайн-издания, они пытаются, как бы, ну, просмотры, блядь, получить побольше. Поэтому они выдают за сенсации хуйню, которая уже 2 года, как, блядь, есть. Типа, во, смотрите, новое, на случай, если, блядь, ну, очередная партия зумеров там, или еще какая-то хуйня, которая, типа, не в курсе. Типа, о, бля, нихуя, блядь, интересно, девки пляшут. А эта хуйня уже 2 года, как, блядь, это old news. Пишут, ну, как бы Марго мальчиков очень сильно любит, но ему ничего за это не делается. Да, кстати. Но он депутат, поэтому его и не банят, наверное, за это. И он его сделал депутатом. Мэдисона же 4 года назад за пост в ВК забанили, где он Вайтру обосрал. В смысле, так мы осуждаем Вайт. Вайтр. Блять, стример, что ли, такой? Типа. Я подумал, он там против движения одного выступал. Вайт. Блять, звучит так Вайтра. Ладно. Сейчас будет паста про. Нельзя такое говорить. Только его банили не за пост, а за битрейт слишком высокий. Тогда. Мне кажется, за биткоин слишком высокий его банили, блядь. Ну-ка. Вайтра из Твича, понятно, что забанили. Ну, сейчас я, кстати, не знаю, кто там в администрации Твича. Была какая-то женщина, которая нас с Маргиналом предупреждала о чем-то, я помню. А потом она ушла в зарубежный сегмент. Кстати, скорее всего, она до сих пор с Марго должна работать, не знаю. Нет. А вот в ру-сегменте... Я в ру-сегменте, я же по-русски стримлю. Вру, ну окей, хорошо. Ну, значит, у тебя там тоже теперь Вайтра и еще кто-то, наверное. Ну да. Вот, женщина ушла. Но они не модераторы, ни хрена, они не могут ни банить, ни разбанивать. Как-то нет, они могут это нет, делать. Нет, не могут. Ну, вот я бы тебе рассказал историю, почему я могу так утверждать. Да, да, я рад за тебя, но они не могут нихуя ни банить, ни разбанивать сейчас. Причем уже минимум 2 года как. Сейчас, наверное. То есть, когда мы добанили, что, могли. Теперь централизованная власть какая-то, что ли, или что? Им нет, не команда модераторов, никакого... она отдельная, никто как бы не знает, кто там и так далее. То есть, им написать нельзя, всякое такое. Mm-hmm. Понятно. Вот Вайтра не может ни банить, ни разбанивать, причем уже довольно давно.
Как ты посмел предположить их гендер? Извиняюсь, извиняюсь. Да, действительно. Извините меня, пожалуйста. Сколько вам лет? Да вы уже старый. Спроси маргинала, не считает ли он выгодным для себя объявить себя трансом? Иди нахуй. Такое мы не засчитываем. И причем это тот же чувак пишет, который, помнишь, вопросов мы не поняли. Вот он угу. пишет. Проснитесь, Фриман, у вас же никнейм Фриман, вы обосрались. Проснитесь. Просыпайтесь и делайте дела. Проснись и почувствуй говно. Так было в Халфе, реально? Ну там проснись и почувствуй запах пепла. Wake up and smell the ashes. Там первая фраза. Это сейчас о чем ты? Вторая Халфа. Вторая Халфа. Не, я понял, надеюсь. Проснись, мистер... блядь, иди нахуй. Да. Так, блядь, ну я уже, короче, 5 часов стримлю. Это капец, мне надо уже идти отдыхать. Мне я уже не... шпингалеты лопаются. Вот. Если будешь какую-то конточку собирать, то я с радостью залечу. Просто сегодня ты мне прям, ну мы, считай, на 4-м часу уже там с лишним созвонились. Да, надо будет как-нибудь ебануть что-нибудь. Надо побольше собираться старым составом. Вон, во вторник застримили с Арматом и Каджитом ебанули стрим, например. То есть надо чаще, вот короче, собираться этими конфами. Да? Кстати, Сармат последнее время приглашает старых участников конфы на стримы. У него был с Владом. Стримов с Хованским уже у него явно не будет, я так понимаю. Не, ну там все как бы. Причем он как бы уже типа сам забил хуй, как бы лизать же это самое, как бы пытаться извиниться перед Юрой, говорит, что типа, ну, бля, за 2 сезона мы, в принципе, обсудили все, что можно обсудить, дальше говно будет, так что нахуй не надо. Mm. Сейчас Хованский с Росовым стримит. Вот, это самое. Че сказать-то хотел? Да, то есть у Сармата недавно стрим был с Владом, с Сакрамаром был стрим. То есть, в принципе, как бы, можешь ему написать. Ну, а что ты смеешься? Не, ну, что-то такое можно, конечно. Но это весело было и весело будет, я уверен, так что, да? Да, я послушаю, например. Вот сейчас, я не знаю, до сих пор идет или нет, но был, по крайней мере, у продюсера Иванова стрим с VG Link'ом. А у продюсера Иванова, да, стримы со всеми именитыми личностями. Не, кстати, да. Хороший стрим, мне нравится. То есть он Габлачу недавно дозвонился. Я осуждаю харассмент, конечно. Но было смешно. Еще он дозвонился. Ну, он дозвонился, представился журналистом из Фонтанки. Начал вопросы задавать Габлачу, не узнал, блядь. Пригрозил его уволить. Я знаю вашего начальника, блядь. Как бы... Бля, можешь мне ВК скинуть, пожалуйста? Я скину, да. Там еще как бы, ну, а ты видел Газель с постером, который к суду подогнали? Да, видел. Ну вот, как бы он по поводу этой Газели позвонил, типа, им звоним из Фонтанки, интересно ваше мнение, блядь. Короче, не спойлери, скинь просто. Да, ну я скину. Я заинтриговал. Ладно, все, давай, Марго, я целую, люблю тебя. Давай, всего. Давай, целую. Ну чё, как ты НГ собираешься праздновать? Вообще, чё нового? Ну, нового хуй знает. На НГ 31-го стрим захуярю в 21:00, в принципе, примерно как обычно. А ты чё, не будешь праздновать там с родственниками? Буду, но я по американскому времени буду праздновать с родственниками. Вот и лайфхакер вообще. Ах ты. Вот тебе повезло в этом плане, потому что ты можешь провести стрим, а потом хопа, и отпраздновать его. Ну ясно. Ну так тебе. Я больше тебе скажу. Я лайфхакер еще в том плане, что я после 25 декабря могу всякую рождественскую хуйню скупать, блять, к Новому году. В таком нахуй количестве. Потому что она же нахуй нихуя не стоит. После Рождества. Ну да, логично. Вот. Это я, правда, не буду елку ставить, потому что я ебал. Но, как бы, в теории,
Елки здесь можно вообще бесплатно к Новому году наруливать. Потому так ты что... можешь маленькую миниатюрную поставить, да и все. Не хочу. Ну, типа, у меня засрана вся квартира, мне, блядь, елки не хватало только. Значит, это самое. А да, то есть елки бесплатно наруливать очень просто в любой части США, потому что их продают к Рождеству. Mm-hmm. После полуночи с 24 на 25 они не стоят нихуя. То есть ты подходишь и говоришь, можно елку? Те говорят, держи просто, потому что им их все равно измельчать надо за день все. Вот, поэтому как бы просто берешь, то есть там как бы живая елка, заебись. Не, ну живая елка это вообще это в квартиру, если живую елку. Ну, там иголки, да. Мне точно нельзя, у меня ковролин. Он, конечно, весь обосран уже, блядь, но там только иголок нахуй не хватало от живой елки. Вот, но тем не менее, да, то есть они дешевые. Всякие хлопушки тоже дешевле значительно становятся. То есть это вот самое топовое, когда ты почти нихуя не отмечаешь, это вот после Хэллоуина накупить конфет, блядь, ебаных в огромных мешках. Вот, причем козырные такие, то есть не всякое говно, которое из чистого сахара, а вот там Milky Way, там Сникерсы маленькие всякие, вот это всякая хуйня, это заебись. Вот так же после Рождества приходишь в магазин, а у них там на это пастраме, короче, ну, бастурму, скидка, блядь, там, процентов 80. Я типа слышал то, что они это закупают под определенное число, то есть вот после определенного числа это все типа можно выкидывать. То есть они у них хранятся там до определенного срока и потом на выброс. Ну, магазины огромное количество всего выкидывают, на самом деле. Я поэтому сторонник того, чтобы делать специальные реестры, то есть в какой день какой магазин что выкидывает, чтобы бомжи могли туда сходиться, короче. И, как бы, собственно, выкинутые все, блядь, там, колбасы и так далее, жрать, потому что их дохуя просто. То есть просто дохуя еды любой супермаркет выкидывает в любой точке мира. Это как я помню, короче, такой момент был, когда в этом, в Магните, был просрок лейсов чипсов. Вот, и там, короче, собралась целая орава, и они начали сгружать это все в грузовик, им надо было это все выкинуть, и народ накинулся на этот грузовичок с магнитом, просто говорят, отдайте нам, им всем лейс с солью отдали. Да, ну ты знаешь, в СССР, когда там эти канадцы раздавали жвачку, это на каком-то чемпионате какой-то хуйни, там по хоккею было, какая-то такая срань. Да, скучаю там, по Советскому Союзу. Там 12 человек задавили насмерть нахуй, потому что жвачку хотели очень сильно. Да во Франции и без чипсов, ну ладно, в общем. Я думал, это Сармат выдумал, потом оказалось, не, нихуя, типа, кто-то гуглится. Такая хуйня, ребята.